«Чемпионский вопрос». Всем привет! С вами Аня Щербакова и программа «Чемпионский вопрос». В преддверии грандиозного события Big Love Show 2023 я подготовила самые интересные вопросы для любимых звезд Love Radio. Ведь всем хочется узнать секреты успеха чемпионов музыкального Олимпа. Иван Чиванов. Какие внешние атрибуты помогают тебе создавать образы и выражать внутреннее «я»? Я безумно люблю разные кольца, винтажные гитары, люблю винтажные кожаные куртки и хорошую мужскую обувь. Мне кажется, это такой минимальный джентльменский набор, который помогает выражать мое внутреннее «я». Как в детстве родители поддерживали твои начинания? С раннего детства я развивал именно творческие таланты. Это и занятия вокалом, и хореографией, и сценической речь, и актерское мастерство. Я до сих пор практикую игру на гитаре, занимаюсь там с педагогом по вокалу для того, чтобы быть в тонусе. Помнишь свои первые заработанные деньги? Да, я хорошо помню свои первые заработанные деньги. Мне было 12 лет. Мы поехали вместе с нашим детским коллективом на гастроли в Германию. И там у нас были гонорары, у нас там было несколько концертов. Я помню, что нам их не платили сразу, а потом, после того, когда все концерты закончились, нам выплатили этот гонорар, и я себе купил первый компьютер. Тогда это был какой-то IBM 386, что ли. Вот, я был безумно горд, то, что я сам на него заработал, заработал творчеством и вернулся с гастролей с Германии уже с компьютером. Чего ждать зрителям от твоего выступление на Big Love Show? В этом году на Big Love Show в первую очередь от меня нужно ждать настоящих эмоций, волшебной романтики. И я думаю, что вместе с ребятами мы создадим очень красивый номер, и всем все понравится. Будь всегда чемпионом. Партнер Big Love Show Omoda. Настоящий автомобиль из будущего. Omoda C5. Уже доступен у официальных дилеров и на omoda.ru. Чемпионский вопрос в эфире Love Radio.